Никому не приходит в голову, что Лисичанск может оказаться в полном окружении? И что тогда? Смотрите, военное руководство, в принципе, видит карту не только Лисичанска, боев в Лисичанске, не только боев в Горской громаде или в Луганской области отдельно. Они видят всю картину войны, которая происходит на территории Украины, по всем областям, линию фронта, понимают силы, средства, возможности, резервы, которые у них есть. Поэтому четко отдают себе отчет, с какими силами они могут столкнуться или сталкиваются, и какие возможности у них есть для того, чтобы наши войска не попали в окружение. Вот я практически каждый день задаю этот вопрос и слышу четкий ответ, что все понимают ситуацию, сложность ее, но окружения не будет. Нет, я не случайно задаю этот вопрос, потому что нам с вами и в прошлом приходилось говорить, и многие военные эксперты осторожно, понятно, что решение принимает командование, но осторожно высказывалась мысль, не стоит ли отвести войска от Северодонецка. Ну, все-таки они сдерживают там огромную часть российских войск, поэтому функцию свою не выполняют на... даже не на 100, а на 200%. И если отвести их просто вот от Северодонецка там, в любое время, я не военный, но могу сказать, что освободятся позиции для того, чтобы россияне поставили там свою артиллерию и уже расстреливали просто достаточно более обильно и плотно Лисичанск. Фронт. Політика, економіка, життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20.30. Ютуб-канал «Україна-24».